Привет! С вами Александр и Марина, вы на канале «Из Приморья с любовью». Мы во Владивостоке, еще пока никуда не уехали. Пока во Владивостоке. Вот, сегодня у нас какой? 19-е, наверное, уже марта. Да. Солнечный день, еще пока морозик. На следующей неделе циклон уйдет. Моряки хотели показать вам город. Тем более просите, чтобы мы показывали. Это проспект Столетия. Сегодня мы начали... Разрыли все, ничего страшного. Да. Варламов опять прикалывается. Мы стараемся сейчас, вот забрали ключи от квартиры. Вот, но, к сожалению, она вся пустая, мы ее показывали. А, вчера съездили в Мебельград. Жалко, не взяли камеру. Мы возьмем камеру. Мы сейчас туда еще поедем соберем, за ковриками. Соберем мебель, вам покажем. Вот, потому что, ну, действительно, ну, как вам сказать, я не буду украшать, но... Выбор сильно большой, хороший. Хотя они говорят, что сейчас люди прям активно покупают мебель прям с начала марта, как началась эта ситуация, потому что новые контейнеры еще не заказали, а эти уже активно разбирают все, что есть в коллекции. Людей много было там. Да, качество очень хорошее мебели. И цены радуют. Да, просто цены радуют. Не сумасшедшие. Не нормальные. Мне кажется, мы вот что лет 15 назад покупали себе свой первый диван. В этом же Мебельграде он стоил там 32 или 35, что сейчас такие же столько же стоят, да? Слушайте, настоящие, ну не обижайтесь, с этого окна, конечно, дача Гитлера не видна, но зато вот смотрите, какие красивые сопочки. Архитектура вот на сопках, она очень интересная. Кто-то говорит, что это похоже больше на деревню, ну, знаете, если честно, эта деревня нам очень сильно нравится. Она все-таки родная, поэтому... как-то спокойнее. Только во Владивостоке, наверное, можно зайти в торговый центр на первый этаж, пройтись по всем бутикам по этому этажу и выйти с другой стороны, увидите, что вы на третьем. Как так, да? Вот так умеют здесь строить на сопках. Очень нравится, что во Владивостоке очень развитый вторичный рынок. Всего. Всего. Автомобили, запчастей, техники. Одежды, там, не знаю, каких-то все будет прекрасно состоять. Я сейчас вот купил телевизор, не поверите, вот хоть хочешь разверни маленько. А как ты покажешь? Да. Покажешь? Люди до сих пор еще, видите, используют как. Он заклеенный был. Да. Да. И на телевизоре сохранились эти красота липучки. Такая. Не знаю. Мне нравится этот город, именно вот архитектурный. Да, не хватает чуть-чуть. Да, я не знаю, как хватает, не хватает цивилизации, но... Ну, знаете, мы когда пожили какое-то время в Калининграде, первые, наверное, 2 года, и вернулись во Владивосток, нам вроде как тоже бросилось в глаза, что, ну, немножко погрязнее, немножко поменьше, ну, где-то плитки. А куда ее девать-то? Куда представляете, девать, да. Зима была, был мороз. Сибирские города нас поймут, да? Был, не знаю, лед, да. Его какой-то солью, песком, все это сыпали, же посыпалось. Да, да. Весь город был в этом вот песне. Эта грязь и лежит в начале весны. Сейчас его начнут, он тут буквально следующей неделе будет потепление, его начнут весь пылесосить, убирать. Мы вчера уже видели неоднократно, дворники ходят, эти пикой собирают крупный мусор, тоже так же метут, тоже приведут город в порядок, но буквально через месяц это будет другой вид совершенно. Ну, вообще будет другой город, да. Другого ракурса. А летом вообще, конечно, говорить не о чем. Зелени очень много, самолет, смотри. В Латавии еще. Был. Вот тогда было хорошее время. Можно было недорого летать. Да. Город, конечно, ландшафт очень красивый. Это вот кольцо инструментального завода. Ну, кому-то, я понимаю, например, пенсионерам не очень нравится, кто пешком ходит или с коляской, что сопки, тяжело ходить. А нам нравится именно внешний вид сопки, и на сопках зелень, лес. Ну, смотрите, отовсюду можно увидеть горы, море. Сопки, да, море. Да. Потому что вот мы поднялись на одну гору, с нее видать вокруг все. Знаете, очень интересно, что вы можете жить на первом этаже на сопке, а вид у вас будет, как будто вы там с 20 этажа смотрите на город на вид. Да, да? Мы сейчас живем вот в квартире, она на 11 этаже, но такой вид, как будто мы на каком-то 54-м. Что-то гремит. А, Аркачок, я думаю, что это такое. А, Семен Семенович. Так, это мы уже по какой улице с тобой движемся? Народный проспект? Нет?
Я-то вообще еще тут... Я не автомобилист, поэтому в любом городе, хоть сколько живу, ничего не помню, ничего не знаю. Амурский залив вскрылся. Уже половина залива без льда и снега. Запретили, объявили опять выходить на лед. Но, тем не менее, люди никогда не слушаются. И всегда у нас случаи, когда рыбаки уплывают. Во Владивостоке каждый год какие-то рыбаки уплывают на льдине. Это точно. И их вертолетом потом спасают. Что самое характерное, они всегда уплывают вместе с машинами. Да. Это прям уже традиция такая. Семейство Макскальского. Это вот видно, ой, кусочек, ладно, не успела. Не успела показать, что вот уже залив скрылся. А это вот как раз орлиная сопка, там мы поднимались. Помнишь? Уже так выстроили сильно. За полгода, да? Вот это вид будет обалденный. За вид из окна берут дополнительно деньги. Да, вот видите, Амурский залив. Да. Представляете, так. Так, ладно, мы ищем адрес, потом расскажем, что там приобрели, не сейчас приобрели. Сейчас спускаться будет, погоди, не выключай. Да? Будет красиво? А что, нет? А, вот, видите, залив, вот он. Половина уже темно-синяя, это море. Это полуостров там... песчаный. На той стороне уже, это, можно сказать, в сторону Китая. Очень много новостроек на самом деле. Они еще, конечно, в стадии строительства многие, но много появилось. Слушайте, вы можете жить вот в таком простом доме совершенно, у вас будет вот такой обалденный вид из окна на Амурский залив, на Казанский собор. Вот здесь, кстати, за Казанским собором парк, нас спрашивали про парк большой. Вот на такую архитектуру красивого города, на сопочки. Конечно, летом это все зеленое и в разы красивее. Да, потому что нас спросили по центру погулять. Ребята, мы обязательно погуляем, чуть-чуть вот разберемся. Сегодня, кстати, ярмарка. А суббота же. И у нас какая-то вот страна все-таки мурлыньная, если честно. Каждый выходной, каждый день дежурят гаишники и Росгвардия на центральной площади. Ну на самом деле во Владивостоке гаишники везде дежурят. Ну это нехорошо же. Нехорошо. Ощущение беспокойства какого-то. Как будто в чем-то провинился и думаешь, господи, вдруг что-то мне не хватает. Нет, да? Гаишники понятно, но Росгвардия-то зачем? Гаишники, ну дежурят. На Росгвардии. Это что у нас за праздник? Все в флажках и в фонариках. Праздник весны. Вечный праздник, да? Вечный праздник. Праздник всего. Вечный. Это точно. Обязательно, ребята, прогуляемся по центру. Чуть-чуть с делами разберемся и чуть-чуть будет по... Ты встал, конечно. Теплее, позеленее. Это по Котельниково едем в сторону... Валяева. Отсюда тоже будет вид достаточно неплохой. Вот зеленый угол, на ней будто туда в сторону вверх. Вот, а мы сейчас поедем вниз к Рудневскому мосту. Ну, конечно, завораживает ландшафт города. Только здесь можно ощутить на машине, когда начинает срабатывать горный тормоз, да? Да. Мы как-то приехали во Владивосток, когда на BMW, Кристин, убавь чуть-чуть. Вот, и я во Владивостоке на BMW начал включаться горный тормоз, и вот тоже вот на этой машине включается. То бишь, когда под горку начинаешь двигаться, то обороты повышаются и происходит торможение двигателя. А мы и не знали, думали, что-то сломалось у нас. А мы как-то ехали на этой BMW в сторону Греции, да? Угу. С Калининграда. И у нас включился, под горку мы поехали, и сработала вот эта система. Мы остановились, думали, что-то какая-то беда. Вот. Позвонили на горячую линию BMW, нам объяснили, что чё, никакой беды, это горный тормоз. Все так и должно быть. В целях безопасности, типа, двигателем происходит торможение при... резких склонах. Мы думаем, ну ладно, что дальше поедем. И потом в следующий раз сработка была как раз во Владивостоке. А так по всей России едешь, везде же равнины. По Калининграду, сколько там она у нас, 2 года была BMW, и никогда что-то не были такие какие-то заморочки, да? Mm-hmm.
Да, новости прям внезапные. Сейчас приехали к обменнику евро менять, а евро не принимают. Новое постановление какое-то. Не знаем номер постановления, но смысл его такой, что принимают только доллары и не больше 100 долларов на человека. Короче, у нас хотят сделать так, чтобы типа спекулянтов вообще не было. Да. Мы вроде не спекулянты, просто когда остатки средств были, мы перевели сразу в евро. Надо, наверное, было сделать наоборот, как-то не чаще там какого-то времени, чтобы люди ходили, меняли, да? Наверное. А не так, что ты там, не знаю, раз в 2 месяца пришел деньги поменять. И тебе говорят, болт тебе. Ты говоришь, отдайте мои рубли. Они тебе говорят, фигушки. Ладно, ничего страшного, решим. Зря мы решили, что нет пенсе. Ну да, пенсе они что-то есть. Сказали, что просто уличные закрыли, а в общем-то... А в киосках вот таких кафешках оставили. Короче, смотрите, ну, для тех, кто не знает. Хотя она написала подписчица, что в Москве пенсе, например, тоже продают. Но ну, действительно, в Владивостоке пенсе, без пенсе это да. Смешно. Ой-ой-ой. Короче, вот такая булочка. Ты она еще в пакете. Ой. Горячая. Вкуснее ее разок-то. Там, в которой будет много капусты. Как тесто, смоком. Да. Внутри должно быть... Это мант. Мант огромный. Да. Угу. Вкус тот же. Ну, это они же. Она же сказала, водитель-то возят их. Угу. Просто они эти закрыли. А внутри, короче, мясо, капуста и лук. И лук? Да. И все? Да. М-м-м, и все это с соком. Да. Интересно. Ну, зато перекус такой очень... Сытный. И угу. Сытный, и хороший. И это, кажется, вот хлеб, да? Или кто? Хочу булочку. Сейчас, доча, дам тебе кружку какую или нет. Вкуснешь. Все-таки у нас получилось, но не сразу, да? Получилось, не получилось. Но геморрой такая есть. Ситуация, что не знаю, к чему это приведет, но мне кажется, будет Union Pay и мир. Система мир. От этого уже все. Я так подозреваю, просто плавно уходят, как, знаете, как санкции с ковидом. Да, да. Потому что сильно было удивительно, что у нас центральный обменный пункт, он без круглосуточно работает. Вот, и ссылались на какое-то новое постановление России. Вы что, говорит, не знаете, новое постановление сегодня? Что евро они вообще к обмену не принимают. А доллары не больше 100 долларов на человека. Вот, я же в ВТБ зашел, как всегда, там ни касса не работает, нифига. Вот, и, короче, поменял в банкомате. Внес евро, снял рубли. Не знаю, по какому курсу, но по 102.50 где-то получилось, хотя они озвучивают курс 108 ВТБ. Премсоцбанк 100 рублей за евро. А многие банки, у них курсы вообще 80 рублей за евро, 60 даже рублей, как будто типа не приносите к нам, не нужны они нам. Да, вот прям такое ощущение складывается, что прям вот еще чуть-чуть и, наверное, избавятся они от этой валюты, от ненадобности. Мы, кстати, пока разговаривали и приехали в свой район. Вот это есть район Снеговая Пать, где мы сейчас живем. Пропустим. Обязательно. Ну как же родственника не пропустить? У него даже цвет такой. Такой же, да. Вот. Это не оно. Ну и ладно. Не сделали мы еще. Угу. Теперь дальше. Близко вот прям покажу, прям ягоду крупную такую вот красивую купили. А, ну, тяжелая коробочка, я не знаю, мне кажется, с килограмм уж больше даже. 600 рублей, короче, вышло вот. Мы в Польше покупали тогда 120 рублей, там 9 ягодок или сколько, то есть примерно. Ну, по вкусу неплохая. Неплохая, уже который раз берем. Да, мы берем тоже вкусно. Сколько раз. Угу. Так, пошли мы. Слушайте, друзья, не знаю, отсюда будет видать или нет. Посмотрите, вот, вот сверху была огромная гора, сопка.
Вот. И кто-то додумался первой ее часть купить. Начали ее, короче, грызть. Вот посмотрите, вот она, видите, гора. А рядом вот контейнерная. Дальше вон там еще какое-то автомобильное. Вот. Но смысл в ней в том, что гору грызут, еще и щебень продают этим дорожникам. Отсюда пол Приморского края, это самое, мне рассказывали, говорят, на дорогу продавали грунт. Вот, а так была гора. Только здесь можно такое просто увидеть, так необычно. Горо-достояние, да? Да, ну как бы, не знаю, где еще, но может быть и в Сочи, или еще где-то, где горная система. Там могут так делать. Ну вот, если показать, гору все скрыли. Уже не видно, наверное. Да. Вот. Дай загрузиться, да. Купола, смотрите, вот, это кафедральный собор католический. Не очень удачно. Да надо было слабого стекла бы там. Лобовое сегодня чистое. Грязи на улице нет, вымерло. Это вот проспект красоты. Весь город сегодня искатали туда-сюда в поисках всего. Мы уже достаточно много и мебели, и какой-то техники приобрели. Завтра доставка в понедельник. Кое-что из мелочей сами взяли. Потом в квартире расставим, вам все покажем. Да, потом расскажем и, может быть, съездим в Мебельград, покажем, как что там. Угу. Что выставлено, какие. Тут тоже новый какой-то через дом, да, поставили? Да, домов много. Много, да. Да, застроено. Люди деньги вкладывали в 20-21 год. Ипотеку брали. Хотел тебя как-то по-другому повезти. Да, ну его понял. Ладно, едем. По-твоему. Дорогу надо показывать. Смотри, какая красота, отсюда прям вид. А вот ты все грязное видишь, окно. Видишь, а я не вижу, что я показываю. Ну и хорошо, что ты не видишь. Красотень. На Русский остров, смотрите, какой вид, объем. Просто объемов сильно много, такие как бы. Да, разноландшафтность. Квадрокоптеры снимать, когда будет объем тебе. Надо камеру на крышу ставить. Ее сдают куда-нибудь. Это точно. Саша, говорю, посмотрите, прям новых домов, и все небоскребы какие-то, не знаю, этажей, наверное, 40. Визуально, по крайней мере, так кажется. Вообще, вот это да. Визуально этажей много. Хоть один такой мост, да?
что? Мы как всегда с тобой. Помнишь, на прадике везли холодильник? Тоже удвинули его сюда. И тоже не подумали, как же мы будем его потом на шестой этаж вести. Да, ну главное купили. Заворачивай осторожней. Взяли хорошие столы киевские. Резные такие стульчики потом покажем. Вот. Ну, все, вот это не новое, конечно, но состояние очень хорошее. Мы довольны, да? Правда, какой-то ажиотаж, если честно. Вот я всегда верил, что во Владивостоке очень хорошо работает вторичный рынок. Поскольку я вчера сидел часов в 10 или в 11, а добавлял в избранное какие-то телевизоры, там, холодильники. Из 10, наверное, 8 продано, уже удалено. В общем, мы вот звоним. Алло, продаете? Нет, только что забрали. Звоним, продано, только что забрали. То ли какой-то ажиотаж создают, то ли кто-то скупает. Скупает, наверное, на перепродаже. Знаешь, что сейчас дефицит будет. Вот, поэтому... Ну, я думаю, что тоже какая-то проблема будет, хоть и говорят, что нет. Ну, в плане того, что... Хотя санкции не относятся же к Китаю, правильно? А Китай вроде изготавливает большую часть всех вещей. Ладно, что-то поговорим. Ну что, на последних секундах заката у нас сели все аккумуляторы на всех камерах. Мы сегодня много покатались по городу. Много чего сегодня получилось сделать. Купили много всего хорошего, нужного. Потом посмотрели кучу всего ненужного. Ненужного, да. Еще больше. Как все соберем, скрутим, тогда покажем вам. Хорошо. Да, так что всем пока, всем добра. Всего доброго.